29 августа я направляюсь на ночевку с друзьями на остров Лопуховатый. И вот эти все вещи были переправлены сюда в один заход на этом плавсредстве. Микки Маус рулит forever. Прохожу первый лагерь, там живут. Но вот тут интересное место. Низинки, именно в низинке. Почему-то растут дубы. Это место может быть подтапливаемое. Тем не менее, дубы тут растут. Вот рядом с халабудами огородников есть вот такая замечательная халабуда, она пустует. Хорошее место, столик, скамейки, закат. Удивительно, но халабуда огородников пусты. Здесь никого нет уже. Все пусто. Там огород пустой. Сушатся яблоки. Чувствуется засуха и чувствуется уже приближение к осени. Вот. Уже прям дуб совсем желтый-желтый. Это шелковица, она еще зеленая стоит. Тут тоже дуб уже совсем прям желтый. Прям осенний. Сейчас, когда низкая вода, вот так можно обойти. Тут начинается пролив. И обойти это жесткое место по берегу. Ну а когда вода высокая, то приходится пробираться. Вот этот пролив выходит. Сейчас буду искать место подъема. Ну, крайне жесткое место этот, конечно. Пролив. Даже есть пропил. Фига себе. Как-то кучками. Ну вот, всегда хотел побывать в эту пору, именно когда происходит закат солнца над этими дубами. Добрый вечер! Привет! Все наконец-то одеты. Я с карематом будешь. С карематом это хорошо. О, знаменитая скамеечка. Да, красотища. Вот сюда. Огрёчек. Там завалена скамеечка. Турничок прям. Или говорил, посадил сосенки. Да, ну как, где? Ох ты, блин, как раз я успел. Вечно, ты знаешь, сюда все это, блин, как-то за столом, да, опаздываешь. Да и сейчас уже опоздали, в общем-то. Но какой-то краешек солнца можно, ну, еще увидеть. Прорез, вот его видно до конца. Да. Не, я понимаю, что для никеля это обыденно, для нас это прям впервые в жизни такое происходит. Именно побывать здесь. И люди стоят, дубы. О, вот оно, ихнее, ну, логово. Да, вот тут вот на лугу много таких вот дыр. Ну, какие-то больше, какие-то меньше. Вот, то есть им здесь нравится. О, дубок какой классный. Сколько историй тут было. Говорят, тут утром будет офигенный восход. И вода не цветет.
птицы уже в стаи собираются. Интересные люди, это все, это может быть интересно. Не, выпью чайку и пойду. Нюгамонист какой-то. Временное правительство. Вот так. А завтра мятный насосик из района. До востребования. 30 августа. Вещи собраны. Ник предложил выпить чайку. У меня сразу в мыслях прилетело крепкого. Ну, не знаю, насколько он крепкий. Вещи собраны, надо стартовать. 6 часов утра. Еще не проснулись. Люди уже в пути, блин. Вот это, конечно, бы увидеть там восход. Солнце на том пляже. И все. И тронуться в путь. Да, ну вот такого на Лопуховато в моей жизни еще не было. Ну вот и подошел к концу мой поход небольшой по Лопуховатому острову. Остался путь совсем маленький, но ответственный. Надут лодку и переплыть на тот берег. Что ж, до новых встреч. И мы еще увидимся, я так думаю. Пока. Рад приветствовать. Сегодня 2 сентября, и я снова на Лопуховатом. Назначена встреча 3 друзей на стоянке Никеля. Ну а сейчас я пока иду к Зеленому Стану. Все сложно, тут дороги попутаны, поэтому каким-то образом пробираюсь по новым, так сказать, дорогам, тропинкам. Вот одна из них. Тропа проходит через ежевичник, значит, я на правильном пути. Так, здесь раздвоение, одна идет к дубкам, а вторая идет к Зеленому Стану. 5:30 вечера, солнце вот так вот уже спустилось совсем низко, двигаясь пока по южному окончанию 2 лопуха. Буду двигаться дальше, посмотрю, как тут халабудки и все такое. Покинули ли их люди. Ну вот, первый стан. Пока никого нет. Ну, будний день, мало ли чего там, наверное, так. Так, двигаю дальше.
Везде пусто, все заросло паутиной. Идут часы, именно столько сейчас на часах. Тут классно, есть отличный стол, тумба, отличная скамейка, лежанка. Ну, правда, на одном вот тут получается. Такое цикавое место. Так, ладненько, двигаю дальше. Никого уже нету, все. Так сказать, не сезон. Жаркая осень или начало бабьего лета. Примерно так. 2 сентября таких погод, ну, обычно не случалось. Сейчас уже почти каждый год такой. Неизвестно, когда пойдут дожди. Ну, в принципе, это и хорошо. Жара. Сегодня было плюс 30. Опа, яблоня. На предыдущем месте стояли. Там был хороший заход. И, в общем-то, складки стояли. Все, моторка была. Моторчик был от моторки. В общем, мужик вышел. Все было хорошо. А тут все осталось на своих местах в полуразрушенном состоянии. Хорошее место, но оно, видать, умерло. Даже кое-какая свойская скамеечка вот здесь, видать, чтобы наблюдать как-то закат, может быть, сидеть. Такое. Будка Мальба раскатилась почти в пролив. Хорошо, что он сейчас без воды. Вода низкая. И я, в общем-то, нахожусь сейчас уже на восточной окраине этого острова. Да, ну что ж, поднимаемся. И тут сарайчик поушатался, да. По крайней мере, из-за того, что она сделана из кирпича, то она еще как-то существует. А вообще, даже вон электричество, наверное, было. Коробка. Сахар затвердел. Лаврушка. Чай. Так, лестница наверх. Лестница на балкон. Самое замечательное место этого дома. Опа! И вот такой вот закатец можно тут встречать. Тут сделана вагоночка. Поклеены обои даже. В общем, довольно-таки цивильно сделано. Даже стеклопакет. Ну, по-моему, да, деревянный. Деревянный стеклопакет. Как-то бы закрепить, чтобы она не открывалась. Ну, гвоздик нужен. Просто гвоздик. Так, нашел 2 гвоздка. Сейчас буду укреплять. Прибито 2 гвоздка, можно будет их тут отогнуть и открыть окно за надобностью. Так, солнце уже садится, пора тулить на зеленый стан.
Оу, какие люди в Голливуде. Привет. Вот. Добрался. Я тут посетил стоянки. Я понимал, что ты там уже был, поэтому тебя уже туда не звал. Ох. Классно тут все-таки, я тебе скажу, да? Встречать закат лучше здесь. Однозначно. Тут открыто на закат, а на той стоянке на восход. Да. А утром тут все зеленое просто. Угу. Такое, как эти будки, такого же цвета. То есть нагоняет всю эту фигню. Интересный знак запрещенный сейчас. Прорвали. Вот это кусок стены прорвали. Карта не очень старая, есть там уже не колониальных времен Африка, но еще Заир там посмотрел. Ну да, карта примерно. Подушатанная скамеечка. Это для с той стороны. Даже есть какая-то спираль отходит. Это видно все-таки для каких-то рыб, что там вяленая рыбка. Угу. Дорожка была. Да, закатец вот тут вот реально классный. Какие-то лучи вот сбоку на дубах, 7-15, первые лучи вот на стволе. Угу. 7-15, 7-20, видно, что что-то где-то там зашло. За восходом до никеля, а сюда за закатом. Да, да. Так. Смотри, как я вытрусил все. Да ты шо. Ты видишь? Я слушай, вот это... какие классные нары, блин. Вот это ж я вообще тут... Вообще класс. Чигмахорка, какой-то песок. И тут тоже, тут что, это получается дверь, да? Да, дверь. Ты же видишь, что тут хотел. Что за книжки? Сложил как подушечка одеяльце. Два романа детективных 90-х годов, зарубежный детектив. Вот это. Как я вычистил лежаночку. Отлично. Туда вещи стал. Понятно. Под утро. Так, форточку можно прикрыть. Я спал в спальнике и в одних плавках. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, все-таки дом лучше, чем палатка, это однозначно. Нет, здесь романтика. Да. И больше кислорода и запахов всяких разных. И тут чистенько, а тут кепочку, рубашечку повесил. Да, классно. Да, тут... Слушай, классно, вот это ж получается линолеумом обшили, а потом зеленый цвет просто покрасили линолеумом. Хорошая краска. А что за это? Без линолеума? Она говорит, а там нет, а вот, нет, поверь, мама, там говорит, ни запахов никаких, ничего. Самое главное, ночью тепло будет. Культурные люди на Лопуховатом, ничего нет. Это форточка с прошлого года вот так аккуратно стоит, снятая с этого. Да, да. А здесь и сетка, и форточка, она как закрывалась, так, ну, там, шпингалетик. Вот, кстати, работает. Удивительно, это что же на Алмазном хуторе, тоже примерно такого же плана. Вот я, допустим, на заливе такого не встречал, там все-таки люди немножко по-другому относятся. Если плохая погода, брикеты, прочитал, видишь тут? Ну, пусть будет. Брикеты, плыты туда-сюда, вау. Пусть будет, они под крышей оставили, пусть будет. Там ковром застелено, да, видать, это все-таки... Хоромы были такие более... Но более они как раз... Видишь, да, но тут оно получается ушаталось. Ковер, видишь, слушай, ну там реально для двоих. Поэтому в следующий раз уже будем вдвоем. Чудесненько, лежаночка. Ясно. Да, закатец тут, конечно, офигенный просто. Где-то там тени, а получается разворачивают, над вечер туда бьет, а тут какая-то тень получается от стволов. Ну видишь, посаженная, я не знаю, вот большие дубы под будкой, она как бы в восточной стороне сделана, что закрыта, как бы поляна, она с восточной стороны. Ну да, так она и днем закрыта, она вообще всегда закрыта практически. Ну, все сделано в лосу. Вот дубы, там самые большие, тут такие дубки. Люди
где там привезли узкую такую будку, написано КАЗ. Откуда это взяли? Стоит. Может, по частям и сделали. А да, ситечка, ниточка, новая посуда. Как Никель говорит, это можно увидеть только сейчас. И только здесь. Где там 6 часов? Это оно 8. Так, в июне. Вот так лови его среди дубов. А в 6 часов оно там еще. Заглядываешь в ту щелину, и ты видишь солнце. Да. И не простой дуб. И есть пустое бенефрат. Я вижу солнце. Махнем рукой. Махнем рукой. Как на экране будем. Дуб освещен сбоку, все сбоку. Предзакатные лучи спускает солнце 2 сентября. Бесполезно. Дан-дан-дан. Классные дубы, вот отсюда очень интересно посмотреть разрез, как там видна наша стоянка. Ну как-то так. Я замкнул круг. Ох ты, какой столик, да ты шо? Ну он не душевный, там кассу взяли из аттракциона кассу. Угу. Да, вот эти палеты открыты, вот открыто. Вот так все по-новому. Свеж, свеженько, да. Вообще. Нет, здесь свежая кухня. Сервис. А, что? Сервисный центр. Что-то все казенное. Угу. Крыша с этих самых палетов. Добротно сделано. Да они никакие начали строить дом. Ну, по частям собирают и там возили. Угу. Видать тут. Вот. А вот рядом с Жоркой. Ну да. Туда? Туда. Не, вот сюда. Сюда? Да, сюда. Потом поднимемся. Раньше тут была тропа. Сейчас идем только мы. Ну идем, пробираемся как-то так. Видишь, тут пропилы есть, идем по пропилам. Все равно сюда, правее, залив, ну выше, слушай, вниз, все. I'm home. Кресло есть. Смотри. Нет, нет, следующий. Там это южная, ну, поляна южная, но
Ох, яхточка стоит, да. А, я помню. Ох, уже свежесть пошла. Вот, наконец-то пошли. Да, если бы весь лопуховатый был насажен такими этими, это было бы ланжево. И чуть-чуть неинтересно. Да. Если такая местность, как от Зеленого Слана сюда тянулась. Вон большой костер горит. Без мангала и без чайничка. На двух этих шашлыков. Зеленый Слан, вот где это сохранилось. Ну вот и подошел к концу сегодняшний мой поход по Лопуховатому острову. Что ж, велик ждет. Пора в путь. До новых встреч.